сообщает ТАСС о главе российского экспортного центра РЭЦ. Заявление, что в культуре русской потребность не уйдет. Вот только в мире люди очень мало, которые способны культурой русской овладеть. Русскую пословицу «Когда в хвосте начало, то в голове мочало» никогда понять не сможет. Ни один не сможет в мире обормот. Впрочем, понимаю, что невежество людей всех в мире обух перебить не сможет моих способен цель этой клипов плеть. Но делай, что должен, и пусть будет, что будет. Вот и приходится мне. Синичка. Вот и приходится мне снимать клипы с этой пословицей ежедневно с утра до вечера. Сегодня опять облачно, дождик моросит периодически. Температура около 5, в общем, нормальный октябрьский денек.